Егор Кончаловский снимет кино в Беларуси. Российский режиссер, самыми успешными релизами которого в прокате стали боевики «Антикиллер» и «Побег», приехал в Минск, чтобы обсудить с белорусскими коллегами проект и провести кастинг актеров на главные роли. Национальное кино «Следы на воде», посвященное столетию образования белорусской милиции, снимут по мотивам книги белорусского автора Николая Ильинского. Это не просто история, а художественная реконструкция реальных событий. Историко-детективный роман о борьбе белорусской милиции с бандитизмом в послевоенные годы. К съемкам полнометражного художественного фильма приступят уже летом. Для того, чтобы они состоялись, сотрудники киностудии «Беларусьфильм» встретились с представителями Министерства внутренних дел. По жанру кино действия. У нас кино действия. То есть, по сути дела, это исторический боевик. Но это и исторические фильмы, драма, и где-то даже мелодрама, потому что есть любовные линии. Ну и очень много действий. Соответственно, много каскадеров. Вчера мы ездили на выбор натуры. Ну, это, как всегда, кино, оно по кусочкам собирается, поэтому будет очень задействовано, я надеюсь, плотно мощности «Беларусьфильма», то есть натурная площадка «Беларусьфильма», сама киностудия, вот, несколько локаций в окрестностях Минска. Егор Кончаловский уже проводил отбор по фотобазе и кинематографическому материалу. Известно, что в фильме будет много характеров и персонажей, упор на белорусских актеров. В прокат в Беларуси и России картина выйдет в марте следующего года к юбилейной дате – столетию образования белорусской милиции.